как только ты куда-то вылезешь, моментально прыгает вот этот парень на Магнусе, везет тебя туда, куда ты не заказывал свое такси. И не очень весело. Таранта Токио опасно! Опасно улетает Таранта Токио отсюда. Он не находится ни секунды где-то, чтобы не двигаться. Еще один тир 2 тавр. LGD очень далеко. LGD абсолютно не здесь на данный момент. Яторо силен. У него есть сатаник, прилетел Кристаллис уже. Же, может не затягивать-то дальше пойти? Мне тоже кажется, что нужно дальше идти. Посмотрите, какой дэмэдж. У него 400 урона, он сейчас просто станет... А, меты нет. Ну окей, можно пока попушить. Ну 13 секунд, все нормально. Подождать, вот так вот иллюзиями побить. Не дай бог еще драка начнется, когда ты подрубаешь и пошли меситься. Пока иллюзиями убивает. Линза прилетает у нас для Винтер Виверны. Пытается LGD вокруг Рошана создать какой-то экшен. Спиритов здесь рядом нет. Слушай, они хотят сторону, что ли, отдать? Да не-не-не, куда? Ну там пока сторону никто не бьет. Потому что спириты сами боятся. Ну пол здания убили. Сказать, да? Пол здания убили. Да. Так, кто-то прилетит сюда. Есть первая ТП. И вот теперь вопрос. Есть вижен. Успеет ли Насик Тусей? Если в этот момент будет прыжок, вот то, о чем я врела. Яй! Ай, как же обидно. Насик Тусей в БКБ пошел. БКБ бьют его. Сбили ультимейт Бейну. Есть курса в никуда. Все плохо у Спирит. Ужасно для Спирит. Насик Тусей пошел воевать, но бьет его. У нас Терренблейд запрыгивает. Эмбер далековато. Там в БКБ, ребята, осторожно. Надо убить как-то Насик Тусея. Провожает его Таранта Токио. Тут несколько героев Таранта Токио делает хил. Уйти надо отсюда. Таранта Токио все-таки уходит. Здесь же Ванин два живой. Бьют его. Таранта Токио остается. Минус 2. Спокойно. Спокойно разобрались с крипами. Дальше. Здесь Таранта Токио наводит экшен. Продолжает наводить. Сейчас позаканчиваются все эти формы. Можно спокойно добрать это здание. Двух героев нет. У Кунки нет байбека. Спирит могут об этом догадываться, потому что не выкупается Кунка. Есть первый байбек. Этот не страшный. Нужно дальше продолжать. Ятора минус Т3. Пошел дэмэдж барак. Не хочется каркать, но это как... Спокойно, спокойно. Второй барак. Второй барак надо бить. Ну, сейчас бэкдор протекшн на секундочку. Прыгнул коллапс. Поймал. Сидью после байбека. Сидью 71 секунда отдыхать. Вай. Вай. Отбивается один. Вай отбивается один. Вай, надо быть осторожным. Остальные боятся. Очень далеко отсюда Тини. Он вообще в лесу. Он не на базе. Вая. Поймали. Подвязали. Вая бьет. Медленно Ятора. Коллапс поможет. Отличная работа. Вая просто переехали маршруткой. Падает еще один барак. Вторую линию могут теоретически забрать спириты. 8 тысяч преимуществ. Тини фармит лес. Ты представляешь, как плохо все нажали в той драке этим спиритам? Ужас. При этом они просто избили вообще без каких-либо шансов оппонентов. Там просто стоит Террорблейд, и ему никто ничего не делает. Вот он, пожалуйста, Террорблейд под эмпауэром, с классными шмотками, с хорошей сборкой. Да, сейчас, конечно, вторая сторона, вряд ли ее заберут. Но пока неужели не будут драться с Ятора. Nothing to say, подвязали, Nothing to say. Осторожнее, у Бэйна скоро открутится ультимейт, и будет больно. Вот он Тини, в бэклайн. Вот это страшный момент, вот это очень важный момент. Надо пережить вот этот врыв. Подцепили у нас Бэйна. Таранта Токио подвязал. Бэйна сейвит. Бэйн, тэп-аут. Тэп-аут. Нет, все-таки Тини здесь. Не отпускает нас Бэйна. Таранта Токио остается здесь. Подвязывает. Мипошка. Блинкаут, уходи. Одной стороны нет. 8к перефарма. 16-8. Мипошечка, улети. Ай, хорошо. Он был с гемом. Это очень важно было, чтобы он улетел, да. Ну и все. Отлично. Защитились LGD. Но ничего не мешает следующей метой пойти туда, куда надо. И завершить начатое. Плюс при этом всем уже появился Рошан. Что очень важно. Было бы неплохо Террорблейду забрать этот Аегис. Да, конечно, он после меты, в принципе, не особо силен. Но, опять же, это под эмпауэром. Это совсем другой герой. И даже после меты он может тебя побить своими ручками и нормально нанести урона. Хорошо, спирит, молодцы. Ну, вот. Ну, главное, спокойно. Но сейчас дальше. Сразу же санчок использовали. Что там по Рошану? А он стоит. Рошан стоит. Ребятки, может, прочекаем? А зачем? Мы сейчас они можем увидели героя на топе. Таранта Токио видит, видит, видит Тини, видит Вая, видит Тини, видит Вая. Таранта Токио, пошла атака, вот он, Магнус начинает, есть РП. Дэмэджа надо больше по Тини, больше, больше дэмэджа. Тини на развороте решил подраться. Команда рядом, Фейсбиан тоже подбежал. Тини не добивают, не добивают, еще, еще, еще чуть-чуть Тини добили. Дальше, Таранта Токио провожает ребят, прыгает по двоим. Ай, его вернули. Коллапс сюда. Коллапс проезжает мимо. Тут же Синкью, Синкью раскастовался. Ноль дэмэджа. Домой Синкью, 74 секунды без Ами. Фейсбиан едва живой, Фейсбиан на бить. Тоже минус Фейсбиан. Три героя в таверне. Три героя в таверне. 65 секунд без Тини. Все без байбеков. Ты спрашиваешь, зачем надо идти в Рошан? Надо идти в Рошан. Зачем? Если можно в смоке пойти убить всех героев оппонента и снести им трон. Ну что, падает вторая сторона. Падает вторая смотри, сторона. Кликают, спокойно. Кликают на трон. Спокойно, ребята, спокойно. Сейчас главное без нервов. Сейчас главное не ошибаться. Ребятки, это самые важные моменты вашей жизни. Спокойненько, без нервов. Это LGD. Но вам не важно, есть глиф. Отойти, коллапс. Не, коллапс туда сходил, все нормально, чтобы страшно было.
Всем давить. Должно быть страшно. Ельчишься, у них все в порядке. Они знают, что они делают, добивают тебя трон. Ехать. Спокойно, спокойно. Секунда, сейчас появится Синкью. 16 секунд у Фейсбьяна. Т4. Неужели отойдут? Неужели отойдут? Нет, они просто дождались. Отбегает Рантутоки. Сайленс себя принял. В слипе стоит nothing to say. Team Spirit все ближе и ближе. Теперь трон, теперь трон. Коллап прыгнул, увозит Синкью. Синкью просто удалят. Шик щекочет. Nothing to say. Nothing to say тоже погибает. Последние герои. Фейсбьян появился. Он один. Пытается отбиваться. В трон просто и пошел дэмэдж от Ятора. Рантутоки отпрыгивает. Еще несколько ударов. Есть глиф. Есть глиф. В слипе стоит собака. Осторожно, собака будет грызть. Отойти, ребят, отойти, ребят. Осторожно. Осторожно, они здесь все. Мипошку отрезали сейчас от команды. Мипошечка, улетай, улетай, улетай. Хорошо. Мира пытается как-то поймать Вая. Вая поймали в бэклайне. Ятора бежит за ним. Мипошка отплюнулся. Тарантотоки пытается уйти. Его бьет Ами. Очень больно бьет. Там курса хорошая стоит. Вая могут убить. Вая надо убить. Да убейте вы его в конце концов. Боже, как же сложно убить эту Инчу. Когда она не хочет, чтобы ее убивали. Убили Инчу. 73 секунды. Очень-очень битый Тарантотоки. Подвязывает людей. Ами убьет его. Да, Тарантотоки. Тут же байбэк возвращается. Ятора. По Nothing to say, это последние БКБшки. Nothing to say, едва живой. Кайтить, 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 кайтить. Ребята, отошли, вот тут коллапс. Вот он РП, еще раз, сюда, сюда. Дэмэджа чуть-чуть отсыпать. Тини выходит из этого стана, Синкью уже вернулся. Как они живут, я вообще не понимаю. В этой игре Мира, Мира кайтит этого Тинника. Подвязали, убили Тини. У него байбэк появился, так где они деньги эти берут? Тем временем коллапс продолжает возить людей. ЛЖГ живы, надо выйти, все хорошо. Мы все прекрасно сделали, да, можно теперь спастись. Ой, Виталий, ладно, ты начал вот это вот свои эти эмоции проявлять, и мне уже стало не по себе в один момент. Но окей, потратили два бая, в целом мы знаем, что Рошан присутствует. Без байбеков вообще команда Dire. Вот, просто забираем Рошана, идем, кулдауны появляются, и мы сносим. Да, у Ятора, я так понимаю, крутится форма, правильно? Уже есть, все нормально. Выхилил Ятора своего тиммейта. Вот сам стаником отрегенился. Добирать хочет манту. Тут волчок прибегает. Вот это главное контроль. Сейчас вот эти супер мелочи. Ой, прибегает. Бегут еще заряженные. Крипы, бежит сюда Nothing to say. LGD рядом. Есть слип на Nothing to say. Они решили подраться до убийства Рошана. Ятора побежал. Чекочет Nothing to say. У него нет байбека, не забываем. Nothing to say. Дальше, 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 дальше. Nothing to say. На один удар. Минус Nothing to say. 110 секунд его не будет. Да не будет байбека, но это не столь важно. С Рошаном дерется Мипошка. Там тем временем коллапс увозит куда-то очень далеко Ами от драки. И прячется на хайграунд. Отличная работа Ами. Только сейчас драку прыгает. Ой-ой-ой, убил у нас Виверну все-таки. Но жив Террорблейд, жив Террорблейд. Навалил Тарантотокио. Еулыч, помогите ему, помогите ему, помогите ему. Он прыгает отсюда подальше. Ами не может его поймать. Ятора в инвизе. Тарантотокио тоже в инвизе. Ушли. Коллапс. Степаут. Он еще завез, успел и ничего. Слушай, ну такая драка на самом деле. Как эти LGD выжимают эти моменты? На самом деле, ну окей, Рошан очень лоу хп-шный, надо сейчас каким-то образом зайти. Увидели Вая, у него нет байбека, не забываем. Вай там стоит, все, и навсегда там Вай будет стоять, скорее всего. Нужен дэмэдж, тут тем временем трон там надо защищать. Там небольшие нюансы уже. Ну есть нюансы с троном. Вай тут стоит, дождутся, вот его сбросил, коллапс, говорит, давай я тебе помогу, братан, и убивает его. 50 секунд Тини пытался украсть Рошана. Ничего себе, Ами развлекает его. Так он же тут один. Он же тут совсем один. Что ж ты здесь один стоишь на солнцепёке? Синкью рядом. Осторожно. Дальше прыжочек подвязали Тини. До свидания. 120 секунд без Ами. Путь свободен. Трон. Ребята, все спокойно. Смоук. И пошли. И пошли. Я не верю своим глазам. Что сейчас происходит здесь в Бухаресте, а на центральном агарца? Стадионе? Нет Бэкдора. Можно сносить. Спокойно. Можно раз, два, три. Еще несколько ударов, не обращать внимания. Коллапс, последняя поездка на этом турнире. Синкью отправляется. Team Spirit, чемпионы за International 10. Ой, Виталий, Виталий. Слушай, ну 3-0 это уже где-то было бы слишком просто. Надо нам было подарить интригу 3-2. И смотрите на этих ребят. Они побеждают на The International 10. Юбилейный. СНГ на первом, СНГ на 10-м. Возьмите такую стабильность за правило. Красавчики, история циклична. Мы начали эту движуху, мы ее и продолжим. СНГ победы должны быть такими крутыми, что они случаются раз в 10 лет. Нет, давайте в следующем цикле будем выигрывать почаще. Нату Свинцеля, первый интернешнл. Team Spirit, 10-й интернешнл. 18 миллионов долларов и титул чемпионов мира. И, конечно же, Аегис наконец-то возвращается. А это домой. Уже отсылка. Это поцелуй-то, да. Это уже все мы понимаем прекрасно. Отличная традиция. Слушай, ну, блин, какой же кайф. Вот просто по-человечески ты смотришь на это все. Пришли и невероятно и пронули за турнир.
Да, и вот такой, пожалуйста, результат. 3-2 в финале побеждают у LGD. Ну и за Ами, конечно, обидно, потому что мы... Второй финал 3-2 проигрывает Ами. LGD, будучи самыми явными фаворитами. Ну вот она, Руслана, вот он Корбен, который подходит Сайлент. Я Корбена пока не вижу, есть только Руслана и Айрат. Ждем также, конечно, Корбена. Вот он, состав этой команды. Всего 8 человек здесь было. Они и контент создавали, и пить. Вот он Корбен на сцене. Один из авторов тоже этой победы. Якора знает, куда идти. Говорит, ребята, вот он. Мы же за этим пришли. Помоги снять, говорит, я не достаю. Ну что ж, Якора, Торонто, Токио, коллап. Мипошка. Итак, Team Spirit! Чемпионы! The International 10! Да, красивая штучка, этот Аегис. Еще бонусы, которые к нему полагаются. Это прям приятно. Ну, заслуженно. Вот он, держит капитан. Неплохо. Торонто, Токио. Феноменальная последняя игра. Как же круто они сыграли. Как же круто они все сыграли. Ну, конечно же, конфетти, фейерверки. Мирослав. Ну и коллапс. Который не верит себе. Он пожертвовал свои волосы богу Доты. И бог Доты его отблагодарил. Ну и туда же без тренера команды. Сайлент, сколько опыта, сколько интернешнлов у него за спиной. И вот, наконец-то, в роли тренера он поднимает Аегис. Он тоже не верит себе. Ребята, интернешнл! Аегис возвращается домой. Это самое главное. Аегис возвращается туда, где он должен быть.